представители Центрального банка РФ разрабатывают тесты для начинающих инвесторов. С 1 апреля 2022 года все физические лица, желающие провести сложную сделку на фондовом рынке, должны будут сначала пройти экзамен на знание рисков и доказать свою осведомленность в этой области. На данный момент разработанные экспертами варианты тестов представляют собой всего 7 или 8 вопросов и всего 2 блока. О том, почему специалисты планируют вести экзамен только в 2022 году, читайте в наших новостях.